Прокуратура предложила освободить жителей Забайкальского края от налога на прибыль при продаже квартир детям-сиротам или переселенцам из аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте ЗАГС Собрания региона. По данным прокуратуры, в региональный список включено больше 8 тысяч сирот старше 14 лет. Напомню, большинство детей-сирот в Забайкалье не получили жилье в прошлом году. В мае прокуратура нашла больше 20 помещений, которые могли бы занять дети-сироты, а уже в июне глава региона Осипов заявил, что на расселение этой категории необходимо больше денег. На канале ЗАБ-ТВ выходила серия сюжетов о причинах такого отношения к сиротам. В одном из них своей историей поделилась девушка-сирота, которая уже сама воспитывает двоих детей. Между тем, при продаже любой недвижимости, квартиры, дома, гаража или земельного участка, бывшие владельцы обязаны заплатить налог с полученного дохода, если она находится у них в собственности меньше минимального срока владения 3 или 5 лет в зависимости от ситуации.